Привет, Максим. Привет, Максим. Что там? Яички. Что у тебя, яички новые? Покажи, покажи, какой, что это за яичко, покажи. Это же яички с поездами из Чаггингтона. Это у нас что? Такие яички с паровозиком, да? Чаггингтоны. Какие-то итальянские яички, ничего не понятно здесь на них. Ну ничего, будем снимать их. Уже не терпится. Не терпится. Ну давай посмотрим, что же там внутри. Еще такие не видели и не знаем, что же там интересного. На! Яичко. А ну давай, открывай. Вот так давай. И ручками открывай. Ну что, давай откроем. Да. Давай посмотрим. Давай, давай, папе сейчас попадет откроем. Паровозик. Ну-ка, что у нас здесь? Что там? Паровозик. О. Так, у нас беленький паровозик получился вот такой. Сейчас мы посмотрим на него. Где он, наш паровозик? А ну-ка, Максим, вот он. Это Чезвард. Чезвард, да? Такой паровозик Чезвард. Хорошо. Вот, у меня есть наклейки. О, мне ну-ка. Надо его украсить. У нас есть наклеечки. Итак, вот он у нас, готовый паровозик Чезвард. Подожди, Максим, давай покажем его. Что это за паровоз у нас? Вот он такой, обклеили мы его. Получился. Все, смотри. Классный, да, такой, Максим? Правда, он такой не очень цветной. Да. Ну что, давай попробуем другое яичко взять. Да. Бери. Что это? Открывай. Поставим Чезварда. Сейчас соберем кучу паровозиков. Будешь катать, да, вот так. Давай, открывай следующее яичко. Открывай. Ну, что там такое? Открывай. Давай, будем открывать. Ну-ка, ну-ка, сейчас откроем, что здесь у нас. Ух ты, еще такой. Один зеленый паровозик. Зеленый. Это он даже, по-моему, главный герой. А, это девочка, это вот Коко. Ну-ка, ну-ка. Вот они еще раз, паровозики. Это скоростной, эх, тех там двое, да. Не, ну это девочка Коко. И наклейки тоже есть, да? Нужно наклеить и собрать его обязательно. Угу. У нас получился вот такой зеленый паровозик. Хорошенький. Держи, Максим. Коко девочку зовут. Ну что, давай будем еще яичко открывать. Что, два паровоза, надо еще и паровозиков. Давай скорее открывай, посмотрим, какого цвета там будет паровозик. Там синий. Синий там? Ну давай, может и синий. А может и не синий. Да, синий. Открывай скорее, посмотрим. А то у нас еще яички есть, надо будет открывать. Открывай яичко, ну что там? Так, давай я помогу тебе. Что у нас здесь? И у нас еще один белый паровоз. Чезвард. Еще один белый паровоз. Ну что же. Это мы все уже видели. Наклейки мы все знаем. Да, сейчас... Мы его соберем. И еще один у нас паровоз получился. У нас два белых паровоза. Уже, ну что, будем дальше искать. Держи, Максим. Держи, Максим. Давай будем еще открывать яичко. Вот, вот тут. Давай его. Еще один белый? Да. Нет, зачем нет, нам белых нам хватит. Синий. Синий? Ну давай, может синий попадется. Надо же скорее открывать. Ну-ка, открывай яичко. Давай, смелее. Доставай игрушечку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И вот она. Давай, я помогу открыть. Так, ну давай откроем, посмотрим, что здесь у нас. О, синий. Синий паровозик. Держи, Максим. Мы пока посмотрим инструкцию. Так, вот они у нас. Синие паровозы. Он сине-желтый, да, какой-то? Да. Ну, это Брюстер. Брюстер, ну. Вот он так. Даже на коробке нарисован. Вот он, сине-желтый Брюстер.
Это сейчас мы его соберем тоже. Главный из героев. И у нас получился вот такой синенький красавец. Держи, Макс. Смотри, как он сделал паровозик из паровозика. Вагончик. А ну-ка, они умеют соединяться, эти паровозики, и вместе кататься. Давай, я помогу. Они соединяются вот так, да? И... Так это кто у нас внутри? Брюстер, синий, зеленый Коко и два Чезварта. Ну давай, что, посмотрим, давай. Кто у нас пятый. Будет такой длинный паровозик получится. Садись на стульчик и открывай. Ну-ка, открывай, открывай, доставай. Доставай игрушку. Давай, я помогу открыть. Ну-ка, что у нас получилось здесь? Открываем. И еще один синий. Брюстер. Еще один брюстер. Так, сейчас мы его соберем. И вот еще один у нас получился синий паровоз. Все. У нас теперь два синих. У нас целое депо. Да, депо. Теперь. Два белых паровоза и один зелененький получился. Девочка среди них одна. Да. Ну что, Максим, понравились тебе паровозы? Да. Классные, да, паровозы? Будем их катать. Будем их цеплять друг за дружку и будем катать. Потом вот такие целый паровозы. Поезд целый получился. Поезд получился. Ну все, тогда пока-пока. Пока-пока. Счастливо.